Движение по улице Инзинской перекроют 26 апреля. С этого дня на проезжей части будут менять трамвайные рельсы и шпалы. Как сообщили в городской администрации, работы запланированы в ночное время. С 20:00 движение будут перекрывать. Первые две недели дорожники проложат пути в сторону Засвияжа, и далее они развернутся к железнодорожному району. Трамваи 6 маршрута на время реставрации поменяют свой курс. Трамвай номер 6 будет часть трамваев будет ходить до УКСМ, до конечной станции. Другая часть будет ходить до кондитерской фабрики в Волжанке и возвращаться уже по улице Локомотивной, разворачиваться на около Ульгеса и ехать по Минаево в сторону 19-го микрорайона. С участком на Инзинской дорожники обещают управиться за полтора месяца. Трамвайные пути также обновят на улицах Ленина и Можайского. Предприятием запланировано и того в этом году поменять порядка 6 километров рельсов шпальной решетки. На сегодняшний день в рамках БКД там порядка 3,5 километров надо будет поменять. В ремонтные работы на трех локациях заложено 40 миллионов рублей. Ремонт автомобильных дорог уже начался. На 7 участках уже отфрезеровано покрытие и демонтирован бордюр. Виктория Чиркова, Герман Баранов, Ул-Правда ТВ.